Добрый день, друзья! Сегодня вам хочу рассказать про арбуз лунный. Почему называется лунный? Так как он желтый, мякоть у него желтая. Так, ну арбуз у нас идет необычайный, как бы вообще такая ягода, как деликатес. Желтая сладкая мякоть с сильным ароматным арбузным ароматом. Значит, арбузы мы будем с вами садить где-то в апреле месяце, так как его высаживать надо будет только когда уже пройдут все заморозки. Об этом тоже как бы мы с вами потом в дальнейшем, когда будем садить, все в это обговорим. Значит, этот сорт идет ранний, с желтой мякотью. Первые плоды готовы к употреблению через 1,5-3 месяца. Через 2,5-3 месяца после появления всходов. Значит, в этом сорте удивительно не только цвет, но и потрясающий вкус сахарной мякоти с нотками манго. Кроме того, арбуз практически не содержит семечек. Как вы видите, совсем как бы мало семечек идет. Значит, плоды овальные, массой 3 килограмма. Но у нас могут они вырасти и побольше, об этом тоже попозже. Гарантированно сохраняют вкусовые товарные качества в течение 30 дней после съема. Ну, то есть они хранятся месяц. Несмотря на новый экзотический вид, сорт неприхотлив и хорошо переносит непогоду. Посев будем производить в конце апреля. Высадка высаживать будем в грунт в конце мая, начале июня, в возрасте 30-35 дней. Растения будем подвязывать к шпалере. Будем удалять все боковые побеги. В дальнейшем будем прищипывать. Но об этом мы уже как бы поговорим потом уже на месте, когда будем уже высаживать в теплицу. Я все арбузы, дыни выращиваю в теплице. Так что мы с вами будем вместе от всходов и до самого первого урожая, как я везде и пишу. То есть я буду с вами и покажу вам, как вырастить здоровую рассаду и снять хороший здоровый урожай. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.